Всем привет! Ребят, сегодня запилю вам очередной видеоотчет о выполненном заказе. Еще один европейский автомобиль нашел нового хозяина в России. Я закрыл подбор вот этим замечательным рестайлинговым Каджаром в синем цвете. Клиент мой из Ростова-на-Дону, подбирали именно Каджара. Желательно было найти в рестайлинге с определенным перечнем опций. Значит, 100% попадание, все, что хотел клиент, это слепые зоны, камера и LED-фары. Итак, 2019 год, пробег 66 тысяч километров. Многие, конечно, там не поверят, особенно вот эти Шерлоки Холмсы с дивана. Сейчас для вас будет показан ВИН-номер, пробивайте на здоровье, убедитесь в моих словах. Итак, машина 2019 года, 66 пробега, 1 630 000 с учетом всех торгов. В данный момент записываю видео, ждем номеров в ГИБДД, осталось только получить через полчаса, прикрутить, и можно будет двигаться в сторону дома. Буду провожать ребят. Также прикреплю их, значит, моего заказчика счастливое фото, конечно. Может, уже прикрепил, не знаю, на каком этапе в видеоролике, когда буду монтировать. Итак, ребят, синий цвет. Машина не крашеная, не битая, на свежих, то есть на резине, вся в оригинале, все стекла, фары, ремни безопасности, 17-го диаметр колеса правильные, парктроники в круг, LED Pure Vision фары, вот эти вот максимальные, да, с большим вот этим новым аварийной сигнализацией, мигающей не в этом, значит, отделении фары, а вот вокруг. Так, дальний-ближний LED Pure Vision, также в одной цветовой палитре у нас и, значит, ДХОшки LED. Погнали дальше. Колеса сказал, бесключевой доступ в автомобиле. Везде все свежее, максимально такое обслуженное. Задние классные фонари. Ну, наверное, кто смотрит мой канал, уже видели отличие рестайлингового Каджара от дорестайлингового. В нашем случае, повторюсь, это рестайлинг. 66 пробега. Так, камера заднего вида. Сейчас меняю камеру. Такой вот складная полка. И, ребят, то, что все хотят, запасное колесо вместо дорожного набора. То есть домкрат и баллонник. Все это присутствует в данном автомобиле. Полторашка, К9К, 115 лошадей. А, чуть не забыл. Заводской фаркоп. Может быть, уже и я еще и ни разу не показывал, что они бывают с заводскими фаркопами. Вот здесь потянете, если за рычажок, то у нас появляется такая вот штука, кому-то необходимая, кому-то и не нужная, но все же она есть с завода, не требующая дополнительных регистраций. Вот таким красным светом светятся диодики противотуманных задних фар. Здесь также нет ламп накаливания. Так, давайте сейчас быстро вам покажу салон автомобиля. Так, не помню, говорил или нет, 115 лошадей, полторашка, К9К, 85 киловатт, 66 пробега. Держите, смотрите на приборке. Так, такие вот у нас уже нового образца климатическая установка, такие алюминиевые, значит, указатели, кнопки управления климатом, проще сказать. То есть все это управляется. Мультимедиа нового образца, шестиступенчатая механика, передний привод. Очень хорошая, считаю, вариант достался моим клиентам. Возможно, кто-то скажет, дорого, да, ребят, но за маленький пробег в 66 тысяч это оправданная переплата. Вот, ресурсов у машины еще очень и очень много. На этом буду заканчивать, чтобы не затягивать ролик, так как это был видеоотчет о выполненном заказе. Кому понадобится подбор автомобиля, также их проверка перед покупкой, не только даже автомобили из Европы, хоть обычные, там Жигули проверю, звоните, пишите, все, значит, контакты есть под любым роликом на YouTube, а также вступайте в группу ВКонтакте, значит, и телеграм-канал. Всем пока, до новых встреч.